Егор Белобородько, привет. На самом деле, как-то вы сегодня на себя не были похожи, нет. Не в своем тонусе были, как будто сыграли игру сейчас два назад. Почему так? Как ты думаешь? Не знаю, сегодня команда была раскоординирована полностью. Первый тайм, как обычно, у нас проходит слабее, чем второй, но второй не поддержал наши ожидания и сыграли так же. Ребята играли в индивидуальную игру, командной игры не было, были индивидуальные какие-то решения, были неоправданные, невыверенные пасы. Но я вам скажу, команда, которая была играла против нас, сегодня сыграли лучше. Однозначно лучше, у них был лучший пас, у них была лучше командная игра, они нас обыгрывали, центр поля был практически их. Да, они сегодня двигались лучше, чем обычно. Как ты думаешь, была ли какая-то расслабленность перед соперником? Я не знаю. Я не думаю, что они были мотивированы выигрышем. Просто играли, наверное, в свое удовольствие. И как-то... А у вас расслабленность? У нас нет. У нас была мотивация на выигрыш, и поэтому мы настроились играть на победу, и, видать, это нас немножечко сломало. Спасибо. Спасибо и вам. Да, хорошего. Балацкий Данила, привет. Победа КСИ. Наконец-то, как говорится, удалось склеить игру, атаковать, создавать моменты и, в принципе, много двигаться без мяча. Матч как для тебя? Тяжелый сегодня или нет? Да не, как и каждый матч, в принципе. У нас матчи вроде не тяжелые, но что-то не реализовываем моменты. Сегодня была реализация? Была, но не у меня. Да, забавный момент с тобой. Скажи, когда вратарь падал момент, как бы ты расслабился в этот момент? Да, я хотел просто втушить сильно, чтобы закричать вот так. Да, я же видел, что уже последние секунды. Ну и втушил. Бывало до этого такое? Чистенько. Я понял. Я сейчас не помню вообще. А если посмотреть на первый и второй тайм, для вас КСИ, какой был удачный все-таки? Вот, обычный... Я думаю, что первый был, во втором мы уже терялись как-то, немного останавливались, конечно. Первый как-то пособраннее в защите. У нас когда в защите собрано, в принципе, тогда мы не можем забивать. Я думаю, что сейчас... С победой? Спасибо. Благодарю за интервью.